Узкие, это для настоящих мальчишек. Девчонки боятся на таком кататься. Мама, вот мальчики, я не боюсь. Ну, конечно, же мальчики. И со скоростью съезжают. Это вот для настоящих экстремалов. Мама, а вот такие будут веревки, когда я зайду. Ну, такое у нас тут город развлечений. А мама, он лыжник, он понимает.